нам присоединилась гостья. Это ангарский художник-иллюстратор Ксения Домашонкина. Ксения, расскажите нам, пожалуйста, про иллюстрации. Что это такое и чем это отличается от картин? Иллюстрация – это изображение, которое нарисовано человеком, и оно предназначено для того, чтобы проиллюстрировать какой-то отрывок из текста, например. И это может быть стихотворение, это может быть даже научное какое-нибудь произведение, трактат какой-то, и к нему нужна схема, это тоже является иллюстрацией. То есть это очень такое обширное понятие. Но вот в моем случае это детская иллюстрация для детей. А вот когда вы зачитываете, не знаю, научные произведения, вот в каком направлении вам нравится рисовать? Я смотрю, что какие-то аниме, не знаю, здесь. Ну да, у меня больше детская иллюстрация. Это для детей, подростков может подойти такая иллюстрация. Ну, это не для взрослой, конечно, аудитории такие работы. А вот это какое-то редкое направление у нас в регионе, либо это уже современное творчество, можно так сказать? Ну, в регионе, да, достаточно редко встречаются иллюстраторы. Они чаще, скорее, даже для взрослой литературы, для каких-то серьезных стихов иллюстрируют работы в графике, какие-то сложные темы выбирают. Я же пошла по, ну, может быть, отчасти более легкому пути, детской иллюстрации. У меня как-то так мозг, возможно, устроен, что мне проще воспринимать детские рассказы, их интереснее иллюстрировать, там какие-то волшебные миры можно рисовать, это намного интереснее. А вот по миру, в принципе, да, это достаточно распространенная тема. А для этого нужно какое-то образование? Что вообще для этого нужно? Вот если сейчас кто-то смотрит нас и думает, я тоже хочу стать иллюстратором, что для этого нужно? Ну, на самом деле, это не обязательно должно быть образование. У нас большое количество иллюстраторов, очень хороших, очень известных, которые не получали вообще никакого художественного образования. Они просто начали в свое время рисовать, им это понравилось. Это понравилось людям, которые на их иллюстрации смотрят. И, в принципе, они стали вот известны. То есть это не обязательно. Просто сядьте и начните рисовать. И если людям это понравится, то вы станете иллюстратором. А вот как начать? Откуда черпать вдохновение? Вдохновение вообще, оно повсюду. Вот даже здесь в студии сидишь, смотришь вот на полочку, которая у вас вот здесь, красивая композиция с цветами, и глаз радуется. Можно взять и вот эти цвета даже подобрать, перенести их на свою иллюстрацию и нарисовать там в этих же цветах какую-нибудь фею. Это уже будет хорошая иллюстрация, хорошая картина, которая может пойти в книгу. Слушайте, а как вы так быстро сейчас думаете про это? Я даже не успеваю за ваши мысли. Сразу видно творческий подход. А у вас, насколько я знаю, художественное образование есть, да? У меня есть, да, художественное образование. Это школа художественная наша, ангарская, номер 4. И это ИГУ. Там у нас есть педагогический институт, и в нем я училась на преподавателя изобразительного искусства. А да. Вот, слушай, скажи, какие образы тебе наиболее близки? Наиболее близки, ну, наверное, это... Что тебе нравится рисовать, иллюстрировать или как-то правильно? Ну, вообще, по вот этой даже доске можно понять, что мне очень нравится иллюстрировать девочек, рисовать в разных вариациях, да, русалок. Ну, это тоже, в принципе, девочки. То есть у меня парней как таковых нету, только если совсем маленькие только мальчики. Если он тот рыжий. И этот рыжий, да. Вот, то есть из всего вот этого скопища иллюстраций, тут даже видно, что у меня раз, два, три всего лишь... 4 мальчика. А, вот еще внизу, да. Снизу мальчики. А, мы предварительно пообщались вот про такую книжечку, я могу ее взять? А, очень интересная книжечка, специально для детишек сделана, да? И вот расскажи, пожалуйста, Ксюша, что в ней такого особенного? Особенность ее заключается в том, что если мама захочет почитать ребенку сказку, точнее, стишки про животных, поучить с ребенком животных, она может спокойно читать стишок, и в это время ребенок может быть занят изучением иллюстрации, потому что на ней вот такие вот тканевые мягкие детальки есть в виде ушек, хвостиков, да, это такой интерактив. И также можно изучать как раз, что вот у зайки что есть. У зайки есть ушки мягкие, у зайки есть лапки мягкие. И в это время вот читать интересные такие коротенькие стишочки. Вот. И сама книга достаточно такая мягкая, сделана в форме такого зверька с ушками. Смотри, как получается интересно. Здесь каждая иллюстрация, она сопровождается каким-то стишком. Да. А, вот мне интересно, вот эти образы, они сопровождаются какой-то предысторией маленькой какой-то? Ну вот если смотреть на доску, то вот эти 2-3 иллюстрации, это я делала тоже к рассказам для школьников начальных классов. Книжку собирали, сборник рассказов. Вот черно-белые картины, это сейчас октябрь, и октябрь это время, когда очень много художников и иллюстраторов начинают рисовать тушью, потому что в октябре проходит такой челлендж, его называют, как инктобер. Инк это по-английски тушь, значит, все художники целый месяц ежедневно рисуют одну картину тушью. Таким образом, они повышают свой навык рисования тушью, потому что это очень сложный и такой
Зря ты нам сейчас об этом говоришь. Потому что мы все челленджи делаем. И это значит, что в следующей передаче мы уже будем сидеть и рисовать туши здесь сейчас. Вот. Ну и вот рисалки, это тоже, кстати, челлендж, только это Mermaid называется. Mermaid – это русалка по-английски, опять же, а Mermaid – это целый май, ты рисуешь русалок. Вот у меня будет 31 картина черно-белая, и вот у меня там несколько картин есть майских. Да. Вот это достаточно нравится. Интересно. А сложно ли это делать? Сложно ли иллюстрировать? Я смотрю, мне кажется, как будто это просто напечатали на принтере, там, не знаю, картинку. Ну, это, наверное, уже... На самом деле, нарисовано. Да, это, наверное, потому что у меня уже опыт есть какой-то в рисовании, то есть я сажусь, у меня уже какая-то идея в голове есть, и я ее просто, ну, выдаю уже там, как получится, грубо говоря. А, скажи, это у тебя целая книжка тоже с иллюстрациями, да? Да, это скетчбук, то есть он у меня еще не до конца заполнен, но тут, да, прям огромное количество иллюстраций, вот здесь я заполняю все, когда... Опять же, не знаю, что нарисовать. И вот у меня начинаются какие-то поиски чего-нибудь. Вот, допустим, себя рисовала, как дома там хожу, прибираясь. Ну, то есть вот такие вот какие-то моменты интересные. Там, как мне муж массаж делает тоже. Иногда это можно в виде комикса нарисовать. Прикольно. Спокойно. То есть, слушай, такие... я знаю, что понял. Тебе не нужен Инстаграм. Зачем, если ты можешь все рисовать? Ну вот в том-то и дело, что вроде рисунков-то у меня много, но зачастую люди просто, ну, не знают о существовании меня, например, и других большого количества иллюстраторов. И приходится как-то себя показывать, а Инстаграм – это очень удобная площадка для этого. Ну, потому что там в основном именно идут картинки, какие-то фотографии, иллюстрации, картины. То есть там удобнее всего это делать. Из серии, которую ты сейчас показала, действительно можно собрать какую-то определенную историю. Угу. Возможно, у тебя был уже опыт, да, не знаю, в мультипликации. Ты собирала из своих иллюстраций, ну, нормальные, качественные мультфильмы. Либо, не знаю, какие-то еще фильмы есть, кстати, тоже по иллюстрациям. Угу. Вот был ли такой опыт? И есть ли, возможно, в будущем какие-то идеи в этом направлении? Ну, опыт у меня еще прям максимально маленький, насколько это возможно. Я сама очень сильно интересуюсь анимацией. Я, ну, мультики люблю, в принципе, это можно увидеть как раз по моим иллюстрациям. И я сейчас, ну, начинаю заниматься, я маленький в формате гивок делаю, там, улыбающегося мальчика, то есть вот что-то такое. Вот. Но в дальнейшем хотелось бы, конечно, попробовать и в создании мультика поучаствовать, может, какого-нибудь там ангарского вместе с другими художниками. Мне кажется, это очень интересно. А много ли вообще у нас в Ангарске иллюстраторов? Нет. Я вот знаю из иллюстраторов только вот своего преподавателя в художке. Это Ася Белова, может быть, вы о ней слышали когда-нибудь. Где ты? Она «Алису в стране чудес» иллюстрировала. Я знаю, что у меня вот моя одноклассница тоже с художественной школы, она иллюстрацией занимается, а так вот я, честно говоря, даже не знаю, кто еще. Вы тесно достаточно между собой общаетесь вообще? Насколько сообщество иллюстраторов, оно вот общается между собой? Ну, оно достаточно тесно общается, хотя я только начинаю в это все вливаться тоже, потому что, ну, мне как-то кажется, что мне еще недостаточно опыта, чтобы с такими большими там аниматорами общаться, как там Александра Дика и другие. То есть они уже на таком высоком уровне, и мне кажется, что я там не дотянусь просто до их высоты. Вот. Но я потихоньку начинаю тоже интересоваться, общаться с некоторыми иллюстраторами. Они достаточно дружелюбные обычно. Ксюш, спасибо тебе большое, это было интересно. Во всяком случае, я вот вспомнил вот этот какой-то особенный запах краски. Я, честно, давно очень не рисовал, и прям появилось какое-то легкое желание. Хотя я и не умею рисовать, если честно. Тебе в любом случае удачи, и я думаю, что у тебя все получится, и ты станешь самым крутым в России, как минимум, иллюстратором. Да, спасибо. Спасибо, удачи тебе.